Всем огромный привет! Вы на канале Ами по любовь, и это мой первый отчет в марафоне Летний бум Амигуруми. За эту неделю у меня связалась русалочка. Я вам вставлю видео. Да, видео. Сейчас я ее тоже вам покажу. Видео я записывала на улице. Там будет немного шумно, но приятно шумно. Наверное. Вот. Я даже набрала... Я ездила к заливу и сняла маленькое видео возле залива с русалочкой. У меня, кстати, девочка будет русалочка, да. Вот. Все карты, короче, открыла. Набрала там всяких аксессуаров. Смотрите, какая красивая. Так, сейчас я вам сфокусирую. Ой, песок сыпется. Окей, и у меня тут риска врывается ко мне, к моему декору. Вот. Простите. Так, давайте я быстро запишу. Сейчас у меня вот такая малышка, красотка. Я не сняла цветочек. Вот. В таком платьюшке. Такая красавица. Платьишко вязаное тоже. Единственное, что у меня... Ой, сейчас. У меня еще не пришиты пуговицы. Но... Но это не мешает снять мне. Так. Такая малышка. Красавица. Я вам видео ставлю тоже с ней. У нее идет в аксессуаре хвост и топ. Такой красивый хвостик. Я его не стала обшивать бисером, потому что у меня его нет. Вот. И к образу... Риска. Сейчас, минутку. Так, к этому образу у меня почти готово все, кроме сумочки и еще одной туфли. У меня готова только одна туфля. Я не успела еще связать. Сегодня ее довяжу. Вот. Так, давайте по марафонам. Смотрите. Такой момент. Мы... Вот, вообще в марафоне. В марафоне очень столько много красивых работ. Девочки прям вообще молодцы. Вчера смотрела. Я еще вчера была не дома. И смотрела периодами, когда могла. Все фото, блин, это так красиво, столько красивых работ, я уже многих там подприметила в свою номинацию, вот, ну, естественно, мы будем с девочками в конце месяца уже выбирать, что, кто и как к себе заберет эту номинацию. Так, я хотела сказать также, что я разговаривала с Милой и отпросилась у нее, чтобы не участвовать в номинациях. Ну, так как я не участвую в номинациях, и у меня отпуск будет уже, считай, 29 числа, да, меня так загрузили немножко по работе, что, к сожалению, я не успеваю много вязать. Да, тут у меня Котя пришла, смотрите, Ириска. Риска. Она первый раз нюхает, ну, а мы ее не брали никогда на море, и она первый раз нюхает, ой, шатается, ракушки, там же морем, наверное, пахнет, вот, ладно, пусть будет. Я ее уже пытаюсь убрать, она ни в какую не хочет убирать, то на декор лезет, то на ракушки, вот теперь. Ладно, и я планирую вязать... Немножко чуть свободно, не по тематике. Я буду стараться по тематике, но мне нужно кое-какие на подарки связать игрушки и кое-какие... Так, опять я что-то тут говорю и отвлекаюсь на риску. В общем, мне нужно связать на подарки погремушку и игрушку какую-нибудь, сплюшку, наверное. И, ну, я планирую что-то еще повязать по тематике марафона. Вот.
На данный момент у меня готова игрушка вот эта, только русалочка. Ну, единственное, без декора, что не очень-то... Да, так, видео снимать, конечно. Все, ты все понюхала, пожалуйста, уйди от игрушки. Все, иди. Простите, пожалуйста. Также я хотела измерить ее в сантиметрах. Так, с хвостом она чуть длиннее будет, но если вот так считать, то она... Да, уйди. То она 24 сантиметра. Ну, 24-24,5, вот так вот. Так, как там вот так? У меня штатив такой короткий. И так неудобно, если честно, снимать. Ну, в общем, вот, что я мучаюсь. Кладу ее вот так. Кладу ее... Вот так. И там, я думаю, видно, сколько на сантиметров. Уйди, пожалуйста. Так. Ладно. Это будет мое мини-такое подключение. Сумбурное. Хотела вам рассказать тоже, что я заказала пряжу. Я, по-моему, даже рассказывала. Я, по-моему, рассказывала, что я в том видео, кажется... Я заказала пряжу, она пришла, и муж у меня ее всю благополучно разложил. Разложил по полочке, и на полочке, и этот, в общем, мне лень ее вытаскивать и показывать, что я заказала. Но почему я не планировала вообще заказывать пряжу в ближайшие, там еще как минимум полгода. Ой, что-то я вас шатаю тут. В ближайшие полгода, но мне... Продавец написал, что, к сожалению, магазин будет закрываться, и получается, они распродают всю пряжу. Ну, какую-то там по 20% скидки, какую-то по чуть ли не 50%. Но 50% скидки там продавали в основном акрил. Вот. А с 20% скидкой, 25%, ну, продавали плюшку. Я купила плюшки, ну, конечно, немного покупала, потому что у меня не было возможности купить много, да и куда, извязать бы это все. Вот, и, в общем, я накупила плюшку, расстроена, что, к сожалению, что, к сожалению, я не могу. Я просто не смогу записать другое видео. Простите, что-то так сумбурно. Вот, что я не смогу... Блин. Я потеряла мысль. В общем, я заказала эту плюшку и расстроена, что магазин закрывается, и что потом, даже если где-то покупать, это дороже будет. И, ну, а мне давали по оптовой цене. Вот. То есть, если я покупала, грубо говоря, за моток 3,5-4 доллара, наверное, плюс-минус, да, 3,5 доллара, да, то где я буду покупать дальше, там чуть ли не 5 долларов, наверное, будет это стоить. Ну, плюс-минус, да. Ну, то есть мне продавали это по оптовой еще цене, там, да, плюс... Ну, потому что я много брала. А здесь, ну, где я в начале своего вязального пути покупала, то там никогда скидки мне не делали. Вот. Ну, естественно, я заказала там что-то около... 70, наверное, мотков, 50-70, я уже не помню, это было в начале, наверное, того месяца, может быть, в серединке месяца. И он мне тоже дал Воланс в подарок, около 5 мотков, то есть он мне скидки сделал, и еще и плюс 5 мотков Воланс он мне в подарок дал. Ну, приятно, честно, приятно. Приятно и жалко, что закрывается магазин, если можно так сказать. Вот. Но пока пряжа есть, буду вязать то, что есть, а там уже посмотрим. Посмотрим. Вот. Я думаю, на этом все.
Боже, я думаю, на этом все, не буду вас мучить. Я вроде все сказала, про номинации все так же. Спасибо, что участвуете в моей номинации. Мне очень приятно, честно. Так, сейчас я одну ракушку едам, а то она прям не может. На. Сейчас будет шумно, конечно, наверное. По полу она ее будет катать. По поводу номинации. Спасибо, что участвуете в моих номинациях. Моей номинации. Мне очень приятно, очень. Я не ожидала, что вообще кто-то будет участвовать. Вот. И также хотела сказать, что марафон еще идет. Также можно связать тех же самых, как мне предложила Мила. Она, наверное, это еще скажет в видео. Или напишет в группе, что... Даже вот у нас будет цвет солнца, например, можно какого-то морского, ну так у меня морской, этот самый необычный обитатель морского дна, номинация, то можно связать даже кого-нибудь в желтом цвете, например, да, ну или там, ну смотрите сами, короче, вот. А то я что-то не подумала, именно как-то на первую неделю удар дала, ну, этот, сказала, что самая, ну, как бы номинация, да, а по факту это морская номинация, это морская тема, это идет неделям, и я так подумала, что, ну, вот, Мила мне говорит, ты не торопись, пока еще время есть, я аж чуть запаниковала, думаю, блин, это как-то, ну, ладно, думала, вот, и, да. В общем, девочки все такие молодцы, и вообще нас участвует 161 человек в группе, вы представляете? Я вчера, если честно, чуть-чуть растерялась, ну, сообщения приходят с отчетами, приходят, и мне пишут тоже в личку, что, ну, хотели бы поучаствовать. Аж как-то так этот страшновато стало. Это же тоже, считай, ну, мне написали около 10 человек, например, да, чтобы поучаствовать в моей номинации. И одно то, что среди 10 человек нужно выбрать 2 человека, это уже такое чуть-чуть, знаете, ну, страшненько, страшненько. Вот. Так, наверное, я буду заканчивать. Ладно, это все, что я успела навязать. Я надеюсь, что я на следующей неделе что-то свяжу в тематике леса-горы. А, лес. Лес-горы, да, по-моему. И помимо этого буду вязать погремушку. Погремушку и какую-то игрушку, чтобы к погремушке было. Вот. В общем, наговорила вам тут. Все. Всем спасибо. Всем пока! Всем привет! Это мое мини-подключение такое. Начало процесса по русалочке. Это так, видео, мини-видео отчет. То есть это начало процесса, еще будет, наверное, ну, точнее, должно быть серединка процесса. Надеюсь, я не забуду. Ну и потом итог. Так, это цвета, которые мне понадобятся. У меня, кстати, ранее утром. Тут у меня Котя. Ириска. Привет. Привет. Охотится на птичек. Такое у меня раннее утро. Окно грязное, но на него не смотрите. Там где-то птичка сидит. Она на нее охотится наверху. Подключение вне рабочего стола. Вот такая у меня красотка вышла. К сожалению, я не взяла сантиметр. Но я постараюсь дома с сантиметра тоже снять видео. Такая маленькая русалочка. Вот, возможно, у меня будет немножко шумно, так как я хочу вам снять тоже немножко море. Ну, это даже не море, это залив. Но тем не менее, залив с морем. Вот.